Очередная распаковка посылок на моем канале. Сегодня вот такой вот серый безликий пакет с Алиэкспресса. Шел он приблизительно 35 дней. И внутри находится достаточно-таки привлекательная коробочка. То есть привлекательная коробочка, но нету никакой пупырки. И зачем-то просто здесь лежит кусок полиэтилена. Собственно, коробочка у нас следующая. Написано «Тенда», 5 портов. Свитчер. Что такое свитчер? Свитчер – это устройство, которое позволяет, так скажем, по одному проводу Ethernet подключить несколько устройств к одной подсети. То есть, вы вот эту штуку подключаете к вашему роутеру и в нее уже втыкаете там что угодно, как здесь нарисовано. Лэптоп, десктоп, IP-камера, принтер. И все это вы подрубаете. То есть, что это и зачем оно мне? То есть, я хочу, опять-таки, это все к набору о фермах. То есть, это все к набору о майнинге. Я хочу один провод убрать. То есть, сейчас у меня там, допустим, протянуто два Ethernet провода длиннющих. Я хочу один провод убрать и по одному проводу подключить сюда. Скажем так, три устройства. И, может быть, даже некоторые другие устройства под некоторые другие задачи, потому что скоро я уеду, скажем так, опять в Китай, и мне нужен будет, допустим, я через вот эту штуку могу вывести куда-нибудь там старый нетбук, старый неттоп, чтобы он никому не мешал, не шумел, и он будет работать у меня как VPN-сервер, либо просто как какой-нибудь файлообменник, и я буду через облако китайское, допустим, загружать YouTube быстрее. Давайте поглядим, что за коробочка. Коробочка, на самом деле, он стоил что-то рублей 400. Почему я не взял вообще микровещь? Я думал, он будет гораздо крупнее. Я не взял в ДНСе, потому что там реально шлак. И если там такие продаются по 1500 рублей, то представьте, что бы я взял за 400 рублей в нашем ДНСе. Давайте изучим комплектацию. К этой штуке идет огромный блок питания. В принципе, все свитчеры, у них принцип действия абсолютно одинаковый, и даже в большинстве случаев мозги почти у всех одинаковые. То есть это какой-нибудь либо Huawei, либо D-Link, либо TP-Link, либо Zuxel, либо что-нибудь еще в этом роде. Вот такая вот бумажка-подтиражка с полным описанием, как, чего, куда втыкать. То есть, достаточно-таки примитивно, достаточно-таки понятно и просто. English in action, даже по-русски есть. То есть, здесь у нас вот в уголке написано все по-русски. Если, конечно, фокус на Panasonic соизволит к нам прийти. Все примитивно и понятно. Электрическое питание подается на устройство должным образом. Т-т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 
которая разбивает ваш IP-адрес на еще под IP-адреса. Точно так же, как работает любой роутер, в принципе. Вам провайдер дает один IP-адрес на роутер, и ваш роутер уже дальше делает подсеть из всех ваших устройств и объединяет их, так скажем, вот в это все. Объяснять не буду, это принципы построения сети, они базовые везде. Что могу сказать? Собрано достаточно-таки примитивно. То есть внутри там просветы, внутри ничего не плотно. Есть резьба под саморезики, то есть можно закрепить на стену. Ну и, конечно же, Panasonic не хочет фокусироваться. И текстура приятная, то есть текстура напоминает старые Nexus'ы. Блок питания, единственное... еще светодиоды. То есть здесь подписаны порты и светодиоды. Единственное, что я бы лично сделал питание от микро-USB, и, допустим, у меня вот эта штука запитывалась бы от самого системника, чем вот реально блок питания размером с нее. Упаковка как на бич-пакете, то есть ты такой надрываешь и завариваешь. Бредни. Что у нас по блоку питания? Блок питания, скажем, наша, евровилка обыкновенная. 100-240 вольт, 50-60 герц, 0,3 ампера, 5 вольт, 600 миллиампер. Ну, 600 миллиампер USB 2 не выдаст, но 3, например, выдал бы. Ну, в принципе, вот такой вот примитивный блок. Я не знаю, смысла сейчас показывать нет, потом покажу, как у нас все работает. Да работает все, в принципе, точно так же, как и всегда. Вот первый порт,
В первый порт вы втыкаете ваш Ethernet-овский кабель, либо кабель от компьютера, к которому вы будете подключать под компьютеры. И вот у нас имеется 4 провода остальных, в которые мы уже втыкаем сами устройства, и они там уже разбираются, что к чему. Вскрывать смысла не вижу, ссылка в описании. С вами был Александр Мордынский. Ну и, собственно говоря, вот такой вот маленький, полезненький Ethernet Switcher. Инстаграм, ВКонтактик. Всем удачи и пока!